я встал уходить, он говорит, не уходите, пресс-центр, там, отпечатайте документы и едьте уже с документами. Я с этим документом приехал сюда, собрал коллектив, знаете, объявил, мы выпили с режиссером по бокалу шампанского, разбили, и все плакали, в зале плачут, мы плачем и так далее. Узнал Харкуша через неделю, приехал с ящиком шампанского поздравить коллектив. Так что мы к этому вот так относимся. Тут стал вопрос, что ну как бы, но почему не участвовать, не участвовать, а не предлагать. Там очень много открытости. Надо внести изменения в постановление Кабинета министров 710. Там надо решение сессии о предоставлении финансов. Вы говорите, что финансово даст. Финансово, ну, в принципе, это повышение окладов. Знаете как? Вот. Но мы сейчас и академических не получаем полных. Ну, это не мы только. У нас есть театры. Кто 10%, кто 20%. Мы не скрываем, 50% мы получаем академических. А должны 100% получать. Понимаете? Но когда у нас было 100%, и получил русский театр академического, с нами сняли 50%, отдали русскому театру, и стало 2 по 50%. Так что мы, вот, а мы первые. А потом академические уже стали так, да? Назовите мне не академический театр в Украине.